Здравствуйте, уважаемые поклонники баскетбола. ВТБ-арена, Суперкубок Единой Лиги ВТБ 2024 года. Второй игровой день начинает команда Бешикташ. Соперником турецкой команды сегодня станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. На вход, передача. Амарис Спелману, Спелман, сайдстеп, три, пам! Попадает Амарис Спелман. Джорджа, который покинул команду, но при этом с Муном все равно пересекался, да и Кавайли. Улману накрывает Винс Хантер, вот это блокшот. Ну, а Винс Хантер в своей манере соперником и спокойненько мяч в корзину отправил. Жана Мэтьюс, да, попадает Мэтьюс. Быстро набирает очки Бейк. Олман, Кайл. Против Фрейзера. Олман 2 плюс 1 оформляет Кайл Олман. Отлично вытаскивает. Конечно, Фрейзер сейчас будет пробовать обыгрывать. Бросок с отшагивания. Мимо, но Спелман. 2 плюс 1. Амари, как же он полезен. И с дистанции бьет, и на подборах. Сапашун. Если вспоминать тот же Виртус или Метрополитан, там Хантер играл больше четвертого номера, а вот и Хантера накрыли, но забивает Фрейзер. Замечание. Кайл Олмен. Скидка на Терри. Гениальная передача от Кайла Олмена. Но вот и Эммануэль Терри. Также в клин Бейкон. Сейчас Бейкону полностью отдают бразды правления. Бейкон! Ну, отдайте этому парню мяч. Ну, как говорится, если не знаешь, что делать. Пытается Мут удержать Олмена. Олмен. Ба-бам! Блокшот еще один от Хантера. Браво, Вик! И хоть и также не может помочь на площадке своей команде, но может помочь на скамейке. И сейчас он привстал и даже что-то активно успел показать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Конор Морган на постер взят! Это Алекс Пойтрес, друзья. Как же много уже у Бейкона. 5 из 5 с двухочковой дистанции. А это Мэтьюс через Карасева закладывает трешку. 77 очков у Нидхэма сегодня. Ксавьер Мун. Бросок со средней. Попадание от Муна. И вдыхание. Смотрим за этой атакой. Мун. Это фол. 2 из 2. 2 из 2 от Ксавьера Муна. Постановка заслона от Мартина. Уводит сейчас в край Джону Мэтьюса. Бросок мимо. И все. Все. Просто нужно Бейкону мяч куда-то переводить. Переводить Карасеву. И да, друзья, «Зенит» побеждает.